Буэнос диэс, братва. Ядерный разрыв на заряд вашей экраны, это значит, что мы продолжаем проходить God of War. И сейчас нам надо в первую очередь съебаться из сокровищницы Тюра. Поэтому садитесь поудобнее, хватайте свои ништячки и делайте громче. Поехали! Пока не делаю сибаса, я отхлебну пиваса. Чё, ехала? Наша цель так близка. Сядь. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Солнце село за полями, шелестели камыши, грациозные шолани шли по полю алкаши. За окончание пути. Можно? Нужно. Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Хуярит как не в себе. Что происходит? Хуяк-стояк. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Ну не скажешь же он ему, что мочился, что шевелилось. А вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов. Готов. Идем. А мне понравится быть богом. Похуярили. Мы идем куда хотим, делаем что хотим, а теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Два с половиной анонимуса, блядь. Сука, почему я так гашусь? Скажу Синдри, что я бог. Нет, может, я хранил твой секрет слишком долго, но теперь тебе придется хранить наш. Ой. Лыбу выдавить хотел, не вышло. Ah!
Но зачем скрывать, кто мы? Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты. По своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы так же. Забудь. Парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Йотунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное выполнить просьбу твоей матери. Никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. Обрыгался. А я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертных. Оу. Ну ладно. Обидно. Давайте лучше делом займемся. Ну вот еще. Чуть не спали. Мне показалось, ли этот пиздюк так вызвал погодку? Не. Что тебе может не понравиться? Ой, ты что-то хотел сказать? Да где эти, блять, угольки должен надыбать, Короче, без вариантов. Так, теперь куда? Зажигательная вечеринка, да? Реген включил, падла. Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горько. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Yeah!
Ну. Кажется, я научился с этой хуйней бороться. Может, дальше я ее понесу? Нет. Почему? Мы почти дошли. Я же справлюсь. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Нихуя себе струя. Не скажу, что я с ними долго возился. Исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытные по его цели. Хватит уже про Одина и его семейство. Не понимаю, только нахуя я пешим пошел. Да ладно, да будет так. Как-то я его в прошлый раз тут не заметил. Вы с мамой всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым. И Фрея. Кто злой, так это Ас. Блять, что я сделал? Самое главное, нахуя? Мы можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Нахуй я это сделал? Сука, аттракционов захотелось. Нахуй я это сотворил? Ну и нормалды, слушай. Так. Так. Талант везде дырочку найдет. Ну или понос, но это кому как больше нравится. Ладно, полезли. Лобысь. Ой-ой-ой-ой-ой. Это еще шо? Тор обвинил меня. Меня? В том, что ты сделал с Магни. Сука, карма. Назвал меня трусом. Очкошник. И словами не обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты, ублюдок. Нет. Он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Че-че-че? Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Как я сказал твоей матери,
перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил вопреки моему запрету. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям! Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Язык свой прикуси, щенок. Как скажешь. Хуясь. Так, подрыв. Сейчас будет мясо. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо. Мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться. Я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я... Рык? Нет. Ой! Сын! Хуя он его замесил. Так, сначала надо с пидорами разобраться. Так, понеслась дальше. Так, другой путь наверх, говорите. Ехо знат. Что-то я нихуя не понял, ну ладно. Так, отсюда мы только что припиздили, по-моему, нет, с той стороны. Ох-ох-ох. Уничтожено. Даже если подняться тут наверх, следующую площадку разрушил дракон. Ты забыл?
Еще один подъемник. Сейчас поднимемся на вершину и будем сворачиваться, наверное, по чуть. Как учиться, если ты не учишь? Ты не внемлешь моим урокам. Я делала все, что ты говорил, а взамен хотела лишь правду. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. Ты говорил об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу, но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю. Зарывается пацаненок, что-то мне кажется. Конструя. Конструевина. Только нахуя нам ветровая ловушка? Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было? Иди сюда. Неважно. Я почувствовал. Может быть, стоит отступить? Да бляха ж ты, муха. Значит, это все? Чего, пиздюк, а? Возврат контрольный. Сюда, пошли!
Убьем их! Нет, стой! Ох ты ж, ёпть. Осторожно, сзади! Ты справишься? Да что ты будешь делать? Придется, видимо, повозиться. Сюда, пошли! В атаку! Стой! Я почувствовал. Слева! Ну и как мне теперь тебя гасить, говно? Чем, блядь? Сука. Сука. Сюда, пошли. Так, а что если применить топорчинский? Сдохни! Сын! Угу. С топорца как-то веселее.
На хуй. Надо было сразу от топора играть. Опа. Так. Ну, на этом мы с вами прервемся. Я так охуенно затянул. Спасибо, что смотрели. С вас, как обычно, Луис, пиписька. И до скорого. Адьёс, братва. Увидимся в следующем видосе.